А сначала один карабин? Ой, молодец. Нет. Смотри, ты запутался немножко. Возьми карабин в другую руку, через голову вот так вот. Нет. Сначала один переворачивай вот так, через голову. Так, да, да, да. А теперь второй, который у тебя задействован. Да, вот так. Иди сюда и вешай сначала один карабин. Нет, этот не снимай, этот не снимай. Вешай сюда. Вешай этот карабин. Так, вот теперь снимай другой и вешай его туда. Вешай его сюда. Все, молодец. Нет, смотри, он у тебя через шею прикрутился. Переверни его тоже. Да. Молодец. Давай, давай, держись. Не надо. Не надо бояться. Не надо бояться. Так. Молодец. Рукой подтяни. Правильно. Миш, внимательнее, не быстро. Молодец. Так, Миш, подтяни. Угу. А помнишь, у тебя в садике учили? Что? Учили тебя в садике ходить по... Переобулись. Канатоходец. Миша, это не давай, посерьезней. Ой, надо пойти. Ой,
А если без этого? Ну, можешь упасть и сильно удариться. А для чего пивок? Чтобы тетя, которая страхует, могла там встать. Давай, лезь, Человек-паук.